Добро пожаловать на канал Hard Reset Info. Перед нами находится устройство Oketel T11. И сейчас я покажу вам, как остановить спам-рассылку. Звонки, вернее. Открываем телефон и нажимаем на три точечки. Нажимаем «Настройки», выбираем «Спам» и нажимаем «Фильтровать спам-вызовы». На этом все. Спасибо за просмотр. Ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал.